день официально предвыборная кампания в парламент Грузии уже началась. Сегодня на улице Тбилиси оппозицию вывел миллиардер Бедзина Иванишвили. В октябре прошлого года он подверг жесткой критике президента Михаила Саакашвили, после чего создал движение «Грузинская мечта» и теперь собирается избираться в органы власти. По данным прессы, «Грузинская мечта» название, видимо, по аналогии с «Американской мечтой» собрала 100 тысяч человек. Началось все с шествия. Три огромных колонны двинулись к центру. Во главе одной из них шел сам Иванишвили вместе со своей семьей. В итоге все встретились на площади Свободы, где и состоялся общий митинг. Иванишвили со сцены объявил начало предвыборной кампании «Грузинской мечты». Следующее не менее массовое собрание коалиции запланировано на 7 июня.